планируют, и они ими руководят. Поэтому ведутся уголовные дела, безусловно. Я надеюсь, они будут доведены до конца. Конкретно по Мишалову, я знаю о том, что НАБУ занимается на сегодняшний день этим вопросом. Под контролем народных депутатов, под контролем депутатов городского совета, общественных активистов, атошников и так далее. Я очень надеюсь, что дело конкретно по нему будет доведено. Большое спасибо. А які самі корупційні сьогодні питання було назвати міністру корупції порядку денного? Всі фінансові питання, всі корупційні, без виключення, до одного. Ви це можете довести, як прокоментувати? Так, я просто я в цьому розбираюсь дуже добре. Я цим руководив такою проблемою. А в міністерстві це фінансові? Не в міністерстві, в даному випадку це місцева структура. Це рекламова робота. Спасибо. Много сказано, повторяться не буду. Наверное, начну с того, что жаль, что сегодня сеть приобрела такие формы. Но причиной этого не является, вы понимаете, уже сказали все. Причина является то, что мы не считаем возможным, чтобы в президиуме сидел человек, партия которого выдвигала депутаты, требует исключить, забрать депутатский мандат, исключить из фракции и рекомендует снять занимаемый должность. Мы считаем невозможно выносить из зеленых зал те решения, которые готовил председатель бюджетной комиссии, которого его же партия исключила из партии, выгнала с фракции и требует снять должность. Исходя из этого, мы считаем, что в первую очередь, что нужно делать, поставить вопрос на снятие занимаемой должности. После этого посмотреть те решения, которые они принимали, ревизировали с их помощью, и вынесли сессионные залы, законность, и нет ли там коррупционного составляющего, и работать на благо города. Что же касается, почему мы не согласны с повесткой дня, в котором эти вопросы стоят в конце. Или же, когда мэр говорит, проголосуйте, сядьте, работайте, давайте голосовать, мы готовы вопрос вынести на голосование, чтобы перенести на первый месяц. Хочу сказать следующее. Вчера определенными депутатами, которые сегодня готовы в тайном голосовании голосовать против, то есть за снятие Мишалова, проводили сильные работы и по подкупу, и по наезду с вышестоящих органов. Поэтому в тайном голосовании они готовы голосовать, а так побаиваются. Поэтому задача мэра оставить его на последним пунктом. Надеясь на то, что только земельных вопросов сегодня, 257 вопросов только земельных, не говоря об остальном. Исходя из этого, есть полное основание, особенно он это любит объявлять перерывы или же как-то сводить на нет концовку сессии, и она может просто не состоять. То есть этот вопрос просто может быть не выставлен, или же мы можем до него не дойти. Поэтому наше требование начать именно с этого вопроса. Более глобального вопроса для нашего города нет, учитывая то, что ребята накредитовали себе на тендерах где-то полмиллиарда гривен тендеров. Я хотел бы увидеть другого такого счастливчика, который, семья которого на тендерах выиграла полмиллиарда. Вот в этом является причина, вот почему сегодня сеть приобрела такие, скажем так, некрасивые формы.